Здравствуйте. Приятно ходить, просто ничего не делать, никуда не заглядывать. Винтеджайли. Интересные ярлыки. Говорю, очень старомодный город. Люди старомодные. Классические. Хорошую музыку любят. Нормальную рок-музыку. Рок-н-ролл. Закрыто. Хотели заглянуть. В магазинах здесь не разрешают снимать. Почему-то. У них все как будто уникальное. Не хотят, чтобы их стайл, может быть, кто-то копировал. Столько всего. О, там дети любят такие игрушки глупые. Загляну быстро. У Лилит, она почти коллекцию собирает. Старомодные, помнишь, эти были 80-х? Сильные. 6:25. 6:25, как будто нужно было переводить. Ничего интересного, слишком старомодно. $60, но раньше был $120. Видите, они вас убедят, что нужно это брать, пока есть. О, шалвар красивый. Значки всякие. Армянский есть, Арам? Да. Только один. О, это брошка наша, она. А. Для Лилит возьму. Только один остался. Не хватает. Все уже забрали армяне. Смотрите, сколько много американского. Только один армянский. Видите? Бестселлер. Сувенирчики маленькие, всякие. Матрешки тоже есть. Солонгские. О, это salt and pepper для соли и перца. Окей. Все. Окей. Армениракс. О, новый есть. Армения очень популярная страна в этом городе особенно. Окей, значок взяли, флаг взяли. И все. Я здесь тоже посмотрю, может флаг или что-нибудь есть. Другой флаг. Başkarsarsa sayu ahı Kedin engar turki gahı Bak menzes tam yakın Bak Elvis ve hodim Zbuş et evet Matroşuk тоже возьмем, чтобы не обиделись. Okay, все. So you're from Persia? Armenian. Armenian, sorry. Yes, don't mix it up. It's Armenian. No, I'm sorry, ma'am. It's okay. I just can't remember. I forgive you. Sorry. It's a lot of flag to remember. And I don't know different flag. I confuse sometimes. Armenian is special, so remember that one, okay? Okay. Sorry about that. No, it's okay. I guess it's a lot of flags. That's too many flags to remember, yeah. Mm-hmm.
Sounds like a no-brainer. Sorry about that. Way now, get the works. It's Российский, да? Synthetic brand oil change, tire rotation. Sorry about that again. It's okay. Давай тут машину положим. Она 100 раз извинилась, что не знала, который армянский флаг. Я говорю, ничего, ничего. Она говорит, столько много флагов, я же не могу все запомнить. Я говорю, ну армянские должны же были запомнить. Да, я знаю, извиняюсь, извиняюсь, я шучу. Дорогая, не извиняйтесь. Очень вежливые люди здесь, все, почти все. Птички поют, но их нельзя видеть, невозможно видеть. О, помнишь этот магазин, Лилит? Эти тундинетели. Может, заглянуть? Загляни. Адам, водички хочу, умираю, засохла. Воду взяла, теперь можно ходить дальше. О, Лего, помнишь? А как всегда, здесь с Лего хотел поиграть. Брал, сидел на полу и играл, пока мы из магазина выходили. База. Здесь очень много интересных кухонных гаджетов Modern. Демонстрируют, как это нужно использовать. Я против гаджетов. Лишнее место забирают. Веник совок. $30. Для суши. Но это слишком модерн. Для суши я люблю деревянные, чтобы деревянное было. More classic. Это лановый. Синчай лановый. Такой материал не брейкал, не разбивается. Наши дети знают, как делать, чтобы разбился. О, вот пошли красивые, да. Может, возьму? Обязательно. Хочу? Возьмешь, потом захочешь этот цвет. Это тоже красивый. Эти номера не понимаю. Это, наверное, style number. $5.95. О, 4 за $20. Может, возьмем? Очень хорошая цена. Потом придем, не будет. Хочешь? Это сайз очень хороший. Сайз. Размер очень хороший, как-то для армянского кофе. У меня столько чашек, я должна остановиться. Вазочка уникальная очень. Это что? Извините. О, можно что-нибудь туда залить, потом, наверное, в общем, не знаю, что это такое, извините. Это шиш. О, это шиш. Простота – это красота.
Да, ничего не надо писать. Конечно, если Ирина напишет, можно. Но мы должны такие чашки сделать, Арам. Окей, двигаемся дальше. Ковшик, красивый ковшик, если правильно говорю. Кувшин. Это специальный. Видите? Человек показывает, что нужно вот так держать. Это специально сделано так, чтобы специальная подставка есть, чтобы потом это же невозможно чистить, да, чтобы сушился, а чтобы даст туда не попал. Это pillars. Овощечистка. Овощечистка, по-моему. Цвета красивые. Очень modern. Посмотри, эти мумы. Candles. Свечки. Свечки. Очень красивые. Цвета очень, уже сказала, цвета очень красивые, цвета. Ирина Джан, ты уже говорила, цвета. О, я эти купила в прошлом году или в позапрошлом году. А эти не купила. Стаканы для подружки куплю, а это для себя, для нас. Только два в коробке, два стакана, то есть. Окей, это возьму, это для друзей возьму, они тоже вино любят. Арам, знакомые лица там, смотри, но не помню кто. Эта мышка, помнишь, Сарам? Анджелина Балерина, Люсина очень любила. Она даже свое имя хотела изменить. Хотела быть Анджелина Балерина. There's two in there, right? Довольна. Шопинг сделала, а машина там стоит. Такой маленький городок. Будем продолжать шопинг. Ну, пойдем к Хас Андерсон. Совсем шопинг меня увел в другой мир. Кажется, фруктовое дерево, бутоны уж скоро раскроются. Красота. Эти скамейки новые, кажется. Да, новые. Одно никак не пойму. Почему памятник Ханс Кристиан Андерсен поставили перед публичными туалетами? Это же неприлично, неуважительно, то есть. Я так думаю. О, Арам. Еще здесь очень любят животных. У них есть фаунтен, пульпулак. И для животных тоже они уже предусмотрели. Это для собачки. Это для мамы. Это для Арка. Вода ужасная, Арам. Я думала, попробую, если хорошая, немножко залью. Окей. По делам пойдем сейчас.
людей. Давай зайдем, просто посмотрим, детей вспомним. Картофельные чипсы, покрытые шоколадом. Наши дети это не любят. Они любят чипсы отдельно, шоколад отдельно. Шоколад куплю. Где машина? Здесь или здесь? Арам, давай пойдем в музей. Быстренько пройдемся. Очень маленький музейчик, а не музей. Книжный магазин, а во втором этаже несколько напоминающих Андерсена исторических information. Вот так вот. Информация. Жарко. Лето пришло. Окей. Музей так музей. Эскоменко. Туда. Холодно. Пойду черную куртку возьму. Но, пока не отошли. Я же себя знаю. Где шейд, ствеж, замерзаю. Где солнце, мне очень хорошо. Побегу за курткой. Вот здесь я счастливая. Тепло, уютно. А вот здесь буквально, буквально минутку оттуда я замерзаю. Но черная куртка. Пока Арам до музея дойдем, сам Андерсен выйдет нас встречать. Почти час стараемся идти в музей Андерсена. Вот сейчас уютно, хорошо, тепло.